прервали. И раз я пока остановилась, хочу показать натеки, слезки, сколько проработок идет сразу. Я пока оно жглось, на пламя смотрела, старалась не упустить важное. И даже не обратила внимания, что происходит. А родовое вообще идет мужская и женская линия. Сразу, ну, в две стороны идет. Здесь вон какие сталактиты. Это лапа храпит. И изобилие, вон сколько отчаяния, невыплаканных слез и всего остального. Сколько здесь было программ. Я так подозреваю, в старину эти программы назывались крадниками. Когда есть ритуальные штуки, ну, назовем их метафизические, психоэнергетические, когда люди пытаются присвоить, либо присосаться к более ресурсному человеку, либо присвоить его умения, таланты или плоды трудов. Такое бывает, когда второй человек не ценит плоды своих трудов и не очень-то умеет принимать. То есть все равно ответственность за это несем мы сами, за то, что нас обворовывают, грубо говоря, энергетически или чисто физически, уже даже материально. Неумение принимать – это базовая особенность тех, у кого не открыт, не яркий, не самый плодотворный или не самый оптимальный материальный поток. Ну вот, пусть вот это все сейчас отгорает, пламя-то там кристальное было, и переход в новые вибрации, новые планеты, в которые мы знаем себе цену все. Каждый из нас уникальная личность здесь на планете, пчелка. И каждый из нас очень важен здесь на планете. Умение принимать – это умение вдыхать. Умение отдавать – это умение выдыхать. Просто вдыхая постоянно, мы не выживем. Просто выдыхая постоянно, мы тоже не выживем. Должен быть баланс. Эти свечи, когда делались, они делались именно в этом состоянии, в этом намерении баланса. О том же говорит колокольчик с ваджрой, и все, что здесь выставлено, это новый баланс. А в новых вибрациях мягкое прочищение, отпускание старых дуальных вибраций и убеждений, и родовых, которые на нас влияют. Если есть желание и умение работать с родом, то и роду помогаем. А не только себе, но и то, что мы обрели для себя, мы этим делимся с родом. Если нет такого желания, фокус на себе, значит, так сейчас должно быть. Вот. Открытие дорог. Все это зафиксировали. Сейчас я буду разжигать вторую сеть.